Более 20 детей с ограниченными возможностями здоровья получили средства для реабилитации благодаря благотворительному проекту «Добрые крышечки». Мы рады сообщить, мы продолжаем сбор пластиковых крышек в офисах НКТВ. Далее крупная партия крышечек отправится на завод по переработке пластика. Завод взвесит сырье и переведет денежные средства за собранные крышечки на счет благотворительного фонда, который приобретает для особенных детей реабилитационную технику, инвалидные коляски и вертикализаторы. Сегодня к нашей акции присоединились сотрудники и воспитанники Новочебоксарского детского сада номер 1 «Маленькая страна». Они занимаются сбором пластиковых крышек уже не первый год. То есть это у нас уже такой не первый опыт сдачи крышечек. Просто раньше мы их сдавали волонтерам, а теперь увидели репортаж НКТВ, что вы тоже решили включиться в акцию, и мы принесли их вам. То есть это не первые, так скажем, крышечки, которые мы сдаем, не первые килограммы. Мы уже участвуем в акции третий год. Мы благодарим детский сад номер 1 за активное участие в нашей акции. Дорогие теле- и сети-зрители, каждый из вас может сделать вклад в доброе дело. Приносите свои добрые крышечки в главное здание НКТВ, которое находится по адресу улица Советская, 45А, а также в наши офисы в торговом центре «Экспресс» и в торговых домах «Анна» и «Каблучок». Дорогие жители нового города, в вашем микрорайоне тоже проводится сбор. Приносите свои добрые крышечки в наш офис «Новонет», который находится по адресу Новогород. 28.